Дорогие друзья, у меня возникла такая ситуация. Домашний конфликт между петухом и всем остальным семейством. Петух начал драться. Бьет всех, невзирая на вес и размеры. Полгода назад взяли мы маленьких цыплят. Такие желтенькие, знаете, такие красивенькие. Дочка захотела взять себе такую кружку. Ну и выросли. Петух и курица. Курочка ряба, курочка как курочка. А петух, гад, потомок динозавров, клюет всех и не знает, что с ним делать. Хоть его в лес отвезти, пускай там себе какую-нибудь курицу найдет другую и там живет себе. Или же, я не знаю, или дать ему хорошенько прикурить, чтобы боялся. Но, по-моему, это не поможет, потому что он никого не боится. Петух страшный задира. В общем, не знаю, что делать. Что бы вы на моем месте сделали? Какое ваше мнение?